Нам столько лет врали. Марина Хлебникова неизлечимо больна. Неизлечимо больная Марина Хлебникова отказалась комментировать слухи о своей госпитализации. На днях СМИ опубликовали новость об исчезновении 54-летней Марины Хлебниковой. Артистка, которая призналась, что страдает неизлечимым заболеванием, перестала появляться в социальных сетях и два месяца не выходила в свет. Соседка Хлебниковой рассказала, что видела певицу две недели назад, но с тех пор Марина больше не выходила на улицу. А на днях жительница дома видела скорой у их подъезда ночью. Женщина предположила, что Марину Хлебникову госпитализировали в наркологическую клинику. Сегодня Марина Хлебникова опубликовала новую фотографию в своем микроблоге Инстаграм, чем развеяла слухи о своем исчезновении. Певица поделилась снимком с фотосессии. На фото Марина Хлебникова позирует в белом платье и шляпе. Недавно делали новую фотосессию. Хотели быстро посмотреть фото. Подписала публикацию Хлебникова. А вот давать комментарии о своем состоянии Марина Хлебникова не стала. Отказался разговаривать о возможной госпитализации артистки ее представитель по имени Данила. «Я неуполномочен вам давать комментарий, Марина тоже не будет давать комментариев по этому поводу», заявил мужчина в разговоре с «Пятым каналом». Стоит отметить, что Марина Хлебникова до сих пор не до конца оправилась от горя. В 2018 году ее первый муж Антон Логинов покончил с собой, причем лишил себя жизни к супруг певицы в ее квартире. Хлебникова первой обнаружила труп Логинова. Несмотря на развод, певица продолжает продолжала тесно общаться с бывшим мужем и сохранила с ним дружеские отношения. В предсмертной записке Антон Логинов сообщил, что Хлебникова была смыслом его жизни, а также выразил согласие о том, что Марина не любила его так сильно, как он ее. Напомню, что Антон Логинов был музыкантом в группе Марины Хлебниковой, а позднее стал ее концертным директором. В декабре 2017-го экс-супруг певицы пережил инсульт. Ухудшилось состояние здоровья и самой Марины. Хлебникова сошлась с экс-супругом и стала жить с ним вместе. Однако перед смертью состояние Антона Логинова начало стремительно ухудшаться. По словам его близкого друга, Логинов пил слишком много таблеток и его лекардина. После ухода на тот свет бывшего супруга Марина Хлебникова попала в больницу с нервным срывом. Из-за плохого самочувствия артистка даже не смогла посетить похороны Логинова. После пережитого Хлебникова замкнула в себе и практически перестала появляться на публике. В связи с этим появились слухи, что артистка пристрастилась к алкоголю. Однако сама Марина Кать категорически опровергла эти домыслы. Ухудшился и внешний вид Хлебниковой. Она стремительно похудела и стала выглядеть очень болезненно. В студии программы Привет, Андрей. В прошлом году Марина Хлебникова рассказала, что серьезно больна. Однако раскрывать свой диагноз артистка не стала.